Всем приветики, Вим Косметики, и сегодня мы будем делать вот такой вот дизайн, похожий на невероятные каменные текстуры. Ну что ж, приступаем. Наносим камуфлирующее базовое покрытие. На видео, конечно, не видно, но поверьте, оно немножечко розовенькое и очень красивое. Любуемся несколько секунд на красивые флакончики бренда Серебро. Ставьте лайки и рассказывайте в комментариях, как вы выбирали гель-лак не только по цвету, но и по флакончику. И сейчас мы будем творить просто безумие на палитре. Ставим капли гель-лака на палитру. Для начала одну. Ставим капельку в капельку. Ну еще минуточку. Ставим капельку в капельку в капельку. Ставим капельку в капельку в капельку в капельку. И еще завершительную белую каплю. И сейчас просто резко все смазываем, все это благолепие, и превращаем в дизайн. Берем прямую плоскую кисть и нашу плюху-капелюху выкладываем на типсу или на ноготь. Мы можем делать так несколько раз. Тонкой кистью мы прорисовываем прожилки, добавляем акценты, добавляем нюансы. В общем, полностью формируем узор или рисунок на нашей каменной текстуре. Рисуем белые прожилки. Можем порисовать черные прожилки. Вот видите, а теперь прорисовываем серебристые прожилки. Прожилок много не бывает. Воу-воу-воу, и мы получаем еще одно эстетическое наслаждение. Вы просто посмотрите на эту паутинку. Апельсиновой палочкой или дотсом наносим неоновую паутинку на типсу. Поверьте мне на слово, она реально неоновая, и я видела дизайн вживую. Покрываем дизайн глянцевым топом. В этом дизайне также можно использовать фольгу, глиттер, камифубуки, блестки. Ну, в общем, все, чтобы быть самой яркой звездочкой на этой школьной дискотеке дизайна. Посмотрите, какой мистический дизайн на типсах у нас получился. И я уверена, если вы добавите туда фильму, то он будет еще более мистическим. Девчонки, всем пока-пока. Лайк, колокольчик, подписольчик. Это был Инкосметульчик.